Ань, ну что за фигня, а? Ты чего опаздываешь? Прости, блин, ну 15 минут реально, сорян, сейчас все будет. Знакомься, это наш пиротехник. Здорово, ребят, так кто стреляет? Я. Ага, держи, заряжен. Все, боевыми? Разрывными. Это полгруппы здесь перебил, Даню Козловского. Напарничек, доброе утро. Доброе. Что такое смурной? Я бодрячком. Слушай, Милина, не беси меня сюда. Товарищ Верхат предупредил, к нам в отдел собираются УСБ с проверкой. В любой момент проверка, у меня в тачке два косых из вещдоков. Опять на съемки возил. Так. Анна Шумилина. Что в тряпке? Два автомата. Решил загнать на черном рынке. До встречи в отделе. Ну как, все будет? Угу. Не буду поднимать себе настроение. Куда? Массажный салон? Лучше скрипачей трясти. Да я уже 100 лет не при делах. Детьми могу поклясться. У меня их 5. Куда столько-то? Да вы девочку ждали. Ну, пацаны тоже ништяк. Да ты что творишь-то? Не видать, и дочурки-то походу. Погоди, вы идете! На той неделе комиса похитили! Я знаю, кто! Да расслабься, не бракованно, не взрывается. Как ты умудряешься улучшать показатели отдела при всей дуре своей? Послужу России! Крысяк, да? А вы действительно из полиции? Степан Постников, Никита Погодин и Леха Заренко. Вы на блокбастере жестко принимала. Я профессиональная актриса. Вот это все, это мое хобби. Я погружаюсь, так сказать, в предлагаемые обстоятельства, как учили в театральном. Ты что, блин, 10 миллионов? Одному случаю садилось 30 метров, между прочим. Сёма! Ань, ты как? Говори со мной. Дай я гляну на этого урода. Чего на него смотреть-то? Скорую сейчас вызову. Не надо скорую. Вызывай труповозку.